Всем привет! Вы на канале Алина и Алиса. Сегодня мы открываем разные киндеры и набор конфет. У нас есть новогодний киндер. У нас есть киндер Винни-Пух. У нас есть киндер Маша и Медведь. У нас есть киндер с животными. У нас есть киндер новогодний с миньонами. И также такой набор конфет, похожий на конфетку. Начнем мы, пожалуй, с сюрприза Винни-Пух и его друзья. Коллекция состоит из многих фигурок. И нам попался тигруля, который стоит на одной ноге. Давай покажем тигруля. Тигруля. Итак, продолжаем. Потом откроем киндер-сюрприз с новогодней коллекцией. Ничего не попалось. Как это? Как ну так ничего не попалось. Как это? Да, мама, смотри, ничего нет. Так, а теперь мы откроем киндер-сюрприз с животными. Да, какое-то странное яйцо. Без сюрприза. Угу. Тут, наконец, сюрпризы есть. Тут нам попались наклейки. Тут нам попался такой красивый котик. Такой конфетки котик. В форме рыбок. Угу. Брелочек. И книжка про свидетельство нашего животного. И даже коврик для него. Прекрасно. В общем, это такой, как мини-дом для домашнего питомца. Приклеиваем окошечко. С его фотографией. Котика нашего. Ее имя. Как зовут? Бориск. Бориск. Барсик. Барсик. А также тут была такая книжечка. Животными. Угу. Те, которые могут попасть. Давай покажем. Ну так не видно. Поближе. Тут можно поставить галочку напротив того, который тебе уже попался. Угу. На обратной стороне тоже. Очень много красивых животных. Мои любимцы называются серия. Мне уже попался лорд. И теперь мне попался барсик. Теперь у меня будет два котика. Так, откроем следующее яйцо с сюрпризом Маша и Медведь. Угу. А тут у нас попался... Тут нам попался такой разукрашенный Маша и ёжик. Разноцветные конфетки. Такие конфетки. Это пожалуйста, моя сюда проходим. Проходим сюда, пожалуйста. Вот все персонажи, которые могут попасть в этой коллекции. Коллекция называется «Машник художник». Не так уж и много игрушек, но зато все с одного мультика. А теперь мы открываем киндер-сюрприз. Новый год с миньонами. Давай помогу. Или сама справишься? Или сама.
Нет. Не справишься? Давай. Железный. И вот взлетелися конфеты. Там еще одна упала, но потом ее найдешь. Тут подарок, это сама... Сам шарик? Да, сам шарик. Также тут потому были что... апельсиновые конфетки. Потому что шарик идет как елочная игрушка. Также там были сахарные конфеты. Угу. Хорошо, я возьму. И красивый магнит. Так, снимай туда. Угу. А, и магнит еще, да, есть? Да. Потом это. Да, покажем его. А теперь такой миньоновский магнит. А теперь мы с вами откроем самое интересное. Ой, разнообразие конфет в этом новогоднем подарке. Ну-ка. Вот нам попались разные конфеты. Сейчас посмотрим, какие конфеты нам попались. Итак, что тут у нас есть? У нас есть такая шоколадка. О, солёная. Такая новогодняя конфетка. Угу. Конфета с орешками. Угу. С кокосом такая. С каким-то подсолнухом. Вот такая конфета, похожая на птичье молоко. Такая молочная конфета. Угу. И такая молочная. Такая река. А теперь мы попробуем одну конфетку. Да, и закончим мы это. Пробуем и прощаемся. Это очень вкусно. Мы прощаемся. С вами показываем мы. Еще раз, что нам попалось. Куча конфет. Ёжик куда-то спрятался. Такие новогодние сюрпризы нам сегодня попались. До новых встреч. Всем пока. С вами Алиса, говори. Алина и Алиса. Алиса, говори пока. Пока.